Брест-2017. Мероприятие, имеющее много составляющих. В их числе выставка товаров и услуг, предприятия и организации, конференции, семинары, практикумы и презентации на самые актуальные темы, а также контактно-кооперационная биржа между представителями белорусских и иностранных деловых кругов. Одним словом, это хорошая площадка для продуктивного общения, которая, как известно, лежит в основе успешного бизнеса. Что касается мероприятия, которое пройдет в этом году, то оно направлено в первую очередь на те же экспорт и на привлечение инвестиций. Инвестиций, как мы понимаем, что никогда мало не может быть, а экспорт – это основная цель нашей республики, нашей Брестской области. Экспорт – отправлять продукцию за рубеж, выходить на новые рынки. Поэтому в этом году мы сделали уклон на привлечение иностранных партнеров. Уже сегодня в списке предприятий участников выставки более 80 позиций, и процесс его формирования не завершен. Порядка 70% представители Брещины, однако свои товары и услуги презентуют и компании из других регионов Беларуси и зарубежные. Для знакомства и предметного диалога в областной центр приедет порядка 20 делегаций из более чем 10 стран мира. Как всегда, наш партнер Польша, также Украина, Российская Федерация, прибывая из нескольких регионов, прибывает Италия, даже такие страны, как Пакистан, Иордания, прорабатывается вопрос и Центральным африканским регионом, Камерун, планируется и с Индонезией делегации. Как бы ждем всех, открыты для контактов мы со всеми. К слову, в ходе форума состоится еще одно важное для региона событие. Предприятиям и организациям будут вручены награды правительства и Брестского облисполкома за высокие результаты работы по итогам 2016 года. В рамках мероприятия форума запланировано проведение награждения премии качества, которые по нескольким номинациям, и порядка, если не ошибаюсь, 30 предприятий будут награждены и дипломами, и памятными подарками, и даже премиями. Форум деловых контактов «Брест-2017» состоится в областном центре в конце апреля 27 и 28 числа. Программу мероприятия можно найти на электронном ресурсе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Площадками для проведения выставки и встреч станут легкоатлетический манеж и дворец водных видов спорта. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.